Хей-хей, ребятки! С вами я, Стив Бро, и сегодня я покажу вам мода на клоуна из фильма «Оно». Фильм «Оно» собрал довольно большой хайп среди вас. Собрал он, скорее всего, хайп с помощью клоуна Пеннивайза, а может быть, с помощью смешного сюжета. И я, наверное, тот единственный человек, который все еще не видел фильма «Оно». А если это не так, и среди вас есть тоже такие же люди, то обязательно пишите вы об этом в комментариях, и тогда мы узнаем, сколько таких нас. Ну что ж, ребятки, данный аддон не страшный, он, скорее всего, даже смешной, но, к сожалению, этот самый клоун будет нас убивать. Он не будет убивать жителей, он не будет убивать других мобов, он будет убивать только нас. Почему так, неизвестно, но, ребятки, все же вот так получается. Ну что ж, давайте приступим. Для того, чтобы призвать, построить данного клоуна, нужно сделать форму железного голема. Для этого мы здесь с вами выковываем вот так и ставим, друзья, форму железного голема, точнее, строим. Вот. И сверху мы одеваем голову этого самого клоуна. Посмотрите, ребятки, как она выглядит. Она выглядит реально страшно. Ну что ж, ставим и получаем клоуна. Куда ты побежал? Эй! Здесь нету жителей. Посмотрите, ребятки. Ух ты, он реально так-то страшный, ребятки. Смотрите. Шарик. В руках шарик, а сам... Ой, нет, ребятки, он все-таки страшный. Посмотрите на его волосики, ребятки. Куда он побежал? Куда ты бегаешь? Он, конечно, небольшой, но его 3D-текстурка очень классная. Он реально быстро бегает. Куда ты бегаешь? Кстати, это не похоже на шарик. Скорее всего, это похоже на молот, но это, ребятки, шарик. Ладно, давайте доспавним еще одного клоуна и посмотрим. Ой-ой-ой, извини, друг. Извини, задел нечаянно его. Ребятки, вот, реально очень классная текстурка. Мне кажется, что автор очень хорошо его изобразил. Ну что ж, ребятки, ссылочку на данный аддон я оставлю в описании, поэтому, если что, переходите и скачивайте. Но если вы, ребятки, убьете данного клоуна, то с него выпадет его голова, 5 штук его головы, и выпадет тортик, который вы сможете скушать. Да? Я же правильно говорю? Говорю я, конечно, правильно. Ну что, ребятки, это все, что я хотел показать в данном видеоролике, поэтому не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. Поэтому до скорых встреч!